Леночка, видео для вас, видео для моей подписчицы. Мы с вами обсуждали по поводу Джорджио Пич и Берри Смузи. Вот я специально для вас делаю видео. Вот это Джорджио Пич. Сейчас он выглядит вот так. Камера немного не передает цвет, конечно. Он уходит такой, знаете, вот легкий-легкий. Персик все-таки в нем присутствует. И теперь специально сорвала листик Берри Смузи, который сейчас имеет окрас. И вот Берри Смузи. Мы можем сравнить разницу. Видите, вот, где же мне вам тут разницу показать оттенков. Вот, наверное, вот так вот у меня получится. Во-первых, форма листика Смузи Джорджио Пич более острая. Вот листики. Теперь смотрим окрас. Вот для сравнения листик Берри Смузи и листик Джорджио Пич. Кустик очень компактный. У меня молодой это куст Джорджио Пич. По-моему, где-то у меня сейчас, если найду, досниму. Если нет, то остановимся на этом. Значит, Джорджио Пич выглядит вот так вот. Такие вот у него листы. У него совершенно, вот у него есть вот, они очень схожи эти два сорта, но тем не менее разница у них есть. Давайте еще сравним с оборота. Значит, что у нас с оборота? С оборота они практически абсолютно идентичны. То есть вот оборот листа сравниваем. Практически вообще, вот я лично разницы никакой не вижу. Значит, вот так вот Джорджио Пич. И сравнение было со листиком Берри Смузи.